Приветствую вас. Я думаю, что опять же тоска по ней, в данном случае по женщине, у вас связана с рядом желаний определенного рода, разного рода потребностями, которые у вас имеют место быть. И, соответственно, вам необходимо с этим разобраться. То есть вам необходимо посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, что вам нужно. С точки зрения того, чего вы хотите, чего вам не хватает. Это первое. Первое, но не самое важное. Вы несколько раз расходились с ней. То есть ссорились, я полагаю. У вас были конфликты какие-то, вот. И здесь важно понимать, что он может быть, совсем не обязательно вам с ней расставаться, опускать ее и так далее. Может быть, этого делать вам совсем не обязательно. А возможно, это только возможно, отношения ваши можно гармонизировать. Вопрос, конечно, в том, что именно, ну, можно гармонизировать, что именно нужно гармонизировать, это, конечно, вопрос, но что отношения можно гармонизировать, это совершенно точно. Любые, практически любые отношения можно гармонизировать. И это вполне реальная задача. Сделать так, чтобы, к примеру, у вас на пути к чувствам, ну, не было никаких препятствий, например, из вашего поведения, например, чтобы вы не ввязывались в какие-то, может быть, конфликты, ссоры и так далее. Вот. И, соответственно, это вот все вместе могло бы существенно вам помочь. Это все вместе могло бы вам существенно облегчить жизнь, вот, и сделать ее более, скажем так, понятной для вас, более, ну, корректной, корректной вам. Вот. А что касается же того, что вы тоскуете по ней, то вот, как я и сказал, проблема здесь заключается в том, что вы хотите чего-то. Вот.
А вы нуждаетесь в чем-то. Вот и проблематика здесь, она в целом вот такая, такого плана проблематика. А разобрать принципы то, что вы хотите разобрать. В принципе, то, что вам нужно, то, в чем вы нуждаетесь, вполне себе можно, вполне себе нормально, вполне себе реально. Вот. Ну, только, опять же, вот при таком условии, что вы готовы в себя разбираться, потому что если вы в себе разбираться не готовы, то помочь вам будет достаточно трудно. Вот. Если честно, то совсем практически нереально. Вот. Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали. То есть ваши чувства, которые у вас есть, да, требуются. Преследовать, требуется их изучить, вам в них несколько лучше разобраться, чтобы вы как-то вот, ну, лучше отдавали себе отчет в том, что именно вы чувствуете, в чем именно вы нуждаетесь, да, чего именно вы хотите, вот, и так далее. И тогда вы лучше будете понимать, с чем вообще все это связано, с чем вообще связано вот то, что вам, ну, хочется, то, что вам, ну, нужно, то, в чем вы, ну, нуждаетесь. Вот. И это позволит вам данную проблему решить. Конечно, не сразу, но постепенно, постепенно проблема решится. Вот. Потому что зависимость у вас, по всему, любовная зависимость, конечно, сразу не проходит. Нужно время какое-то. Вот, да, есть ощущение, что женщина может вас просто использовать, есть ощущение, есть такое ощущение, что женщина просто использует вас. Вот, и вы позволяете ей вас использовать. Вообще, вот, в контексте от того, что вы пишете. Было бы здорово еще посмотреть на то, на что нацелена, да, ваша надежда. То есть вот на что вы надеетесь? Надежда на что у вас есть? Чего конкретно вы хотите? Вот. Что конкретно вам нужно? Да? Вот. Это такой достаточно важный нюанс, если угодно,
такой достаточно важный аспект, если угодно, на который вам нужно обратить свое пристальное внимание. Потому что только так вы можете, вообще говоря, да, понять себя лучше. Вот. Вот так примерно, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть спросить себе, на что вы надеетесь, конкретно для чего вы хотите быть с этой женщиной, какое значение она для вас имеет и так далее. Вот. Как бы вам, в принципе, не было бы тяжело с ней. Ну, я имею в виду с ней, ну, вот, в отношениях вы все равно с ней будете до той поры, да, пока не поймете, чего хотите. Вот, а понять, что вы хотите, можно только вот, на основании той же психотерапии, например, да? Вот, которую вы можете пройти вместе с специалистом, выбрав его на сайте. Вот, приглушать чувства не рекомендуется, потому что они говорят, они отвечают чувства за определенные ваши желания, за определенные ваши потребности, и заглушать их я бы не рекомендовал бы. Вот, ничего хорошего из этого не выйдет для вас, по крайней мере. Но вы можете, конечно, пытаться сбежать как бы от проблемы, вот, но только сама проблема не решится из-за того, что вы пытаетесь от нее сбежать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, ситуация разрешится.